В этом году, в 2022 году, исполняется 100 лет со дня рождения народного художника Российской Федерации Михаила Яковлевича Буткеева, единственного народного художника на сегодняшний день в Алтайском крае. И поскольку это действительно выдающаяся творческая личность, но кроме того, это еще мой отец. Мне бы хотелось немножко поговорить и о его творчестве, о его человеческих качествах, о его вкладе в изобразительное искусство Алтайского края, Российской Федерации, и в какой-то степени даже мировую ну, такую культуру изобразительное искусство и так далее. Поскольку это действительно выдающаяся личность. Это военное поколение. Человек, который волею судьбы, вместо того, чтобы пойти учиться академическому э, ремеслу, спокойно развивать свой талант, он вынужден был пойти на фронт. Да не только на фронт, он попал на Курскую дугу. Но надо сказать, что этот деревенский паренек, родившийся в 1922 году, в глубокой, далеко от центра деревни, где было натуральное хозяйство, люди обеспечивали себя всем необходимым, и этот паренек еще до войны, он решил пойти в армию и стать профессиональным военным. Трудно представить себе, или он чувствовал что-то, или действительно у него была склонность к этому. А может быть, это было желание деревенских ребят вырваться из этого круга, потому что в то время Единственный выход, так сказать, на более широкую человеческую аудиторию это была армия для деревенских ребят. И он еще до войны, в 1939 году, поступил в Канскую военную авиационную школу. Ему было очень интересно общение он попал в совершенно другую среду. Это, с одной стороны, дисциплина, с другой стороны, взаимопомощь. А с третьей стороны, общение с людьми из разных регионов. Тогда уже у него была склонность к рисованию. Он оформлял стенгазеты, красные уголки. То есть он делал все, что связано было с изобразительным искусством в армейских условиях, научился э, специальности штурмана и практически был готов, но уже началась война, и планы стали меняться. К 1943 году, а... Учиться в авиационной школе нужно было долго, потому что это очень сложное ремесло. Так вот, к 1943 году уже ставка Верховного главокомандования, видимо, намечала какие-то крупные военные сухопутные операции, и Канскую военную школу расформировали. И он переучился на лейтенанта э, сухопутных войск. И как только он закончил это экспресс обучение, его отправили на фронт уже непосредственно на Курскую дугу. На Курской дуге он командовал э, разными подразделениями. В основном это была фронтовая разведка. В одной из ситуаций его тяжело ранено, э, ранило. Причем ранило разрывной пулеметной пулей. И э, рана была такая, что, в общем, ампутировать ногу нужно было. Но мы с вами знаем из истории, что фронтовые хирурги из 10 раненых 9 возвращали в строй. Ему ногу сохранили. Год он пролежал в госпитале. И вот там он встретился с архитектором, который заметил, что паренек все время что-то рисует. Посмотрел на рисунки, и это был первый толчок к профессиональному, профессиональной деятельности. Он сказал, тебе нужно учиться на художника. Я не буду сейчас долго говорить о разных тяжелых ситуациях. Когда он демобилизовался, он поступил в Алма-Атинское художественное училище. Но жить было негде, жить было не на что. И, собственно, блестяще сдав экзамены, он вернулся в родной Биск. И там стал работать театральным художником. Там он познакомился с прекрасной актрисой, моей мамой. Они поженились, переехали в Барнаул, и здесь он стал работать в художественно-производственных мастерских, а потом и в профессиональном союзе художников. История долгая, но она необходима нам для того, чтобы понять, какие сложности преодолел человек для того, чтобы реализовать свою мечту. И чем же он компенсировал недостаток профессионального образования? А получилось очень хорошо и очень удачно. Он учился из первых рук как, собственно, учились художники 100, 200, 300, 400, 500 лет назад у своих учителей. Учился у тех профессионалов, которые были эвакуированы в город Биск. А мы с вами знаем, что Биск это во время войны и в послевоенное время был очень просвещенным городом. Достаточно сказать, что туда приезжал театр Таирова, Ленинградская государственная филармония, множество солистов прекрасных. В том числе были и великолепные художники. Учился у них, затем учился на творческих дачах. Были так называемые творческие дачи, где собирались молодые художники, и их учили прекрасные э, специалисты. Братья Ткачевы, например. В художественных кругах это непререкаемые авторитеты. Был он на творческих дачах на Байкале, в Вышнем Волочке. И надо сказать, что к 50-м и к 60-м годам это стал вполне уже сформировавшийся профессионал. И этюды того времени Говорят об этом. Вот совсем недавно была выставка в Алтайском государственном художественном музее, которая показала его какие-то новые грани. Вообще говоря, наследие его ⁇ это больше тысячи картин. Ну, считая этюды, рисунки, те картины, были, которые были подарены, проданы в музеях и так далее, и так далее, еще много осталось у нас, в нашем личном хранении. Он стал прекрасным авторитетом. И, учитывая вот его выучку, умение общаться с людьми, он много раз был председателем Союза художников нашей алтайской организации и секретарем порткома. Сейчас может показаться, что, ну, подумаешь, портком, что это такое, коммунисты. Но в то время коммунистическая партия и многие члены коммунистической партии, фронтовики, они вступали в партию по зову сердца. Это была совершенно другая генерация, другое поколение, чем, предположим, некоторые современные или продолжающие сейчас называть себя таковыми функционеры. Это была сплоченная организация, она и сейчас сплоченная, но тогда вот эти фронтовики, ну представьте себе, один бывший танкист, другой кавалерист, бывший, фронтовики все. И пехотинцы были, и многие-многие. Это люди, которые способны были выживать в условиях гор. А Алтайский край, это, вернее, горный Алтай, это горы. И, например, Михаил Буткеев, начиная с 50-х годов, один из первых, если не, не самый первый, Исходил весь горный Алтай пешком и создал великолепные этюды таких уголков, в которые, может быть, и не всегда сейчас-то попадают художники. Сейчас художники очень часто пользуются фотоаппаратом. Они фотографируют, потом переносят это дело на холст, а тогда с этюдником. Представьте себе довольно большой этюдник, большое количество картонов. Это все тяжело, это все неудобно. Ехали на каких-то попутных машинах, потом на лошадях, потом пешком и забирались в самые дальние красивейшие уголки. Поэтому Алтайская организация Союза художников очень сильная организация, особенно в те времена. И все это благодаря прекрасной натуре. Мастерство художника оценили не только наши специалисты. Он очень много ездил по Монголии. И монгольская серия во многом осталась в самой Монголии. Многие остались здесь и в музеях картины. Так вот, монголы его считали самым настоящим монголом в живописи. Алтайцы самым настоящим алтайцем в живописи. То есть человек достиг максимально возможного вот в существующих предлагаемых судьбой условиях. Поэтому творчество Михаила Будкеева оно еще подлежит глубокому изучению и слава богу осталось много материалов его воспоминания совершенно потрясающие. мы их будем публиковать. мы будем публиковать исследования его творчества как человек смог достичь очень а, в, высоких моментов в творчестве да? я напомню это единственный народный художник российской федерации в алтайском крае. Поэтому творчество интересно, поучительно, показательно, не только со стороны в живописи, но и со стороны человеческих факторов.